На Каннском кинофестивале показали «Петровых в гриппе» – картину Кирилла Серебренникова, снятую по роману екатеринбуржца Алексея Сальникова. Фильм включен в основной конкурс, и этот просмотр в зале «Люмьер» стал одним из самых посещаемых. Съемочная группа «Петровых в гриппе» появилась на красной дорожке со значками с портретом Серебренникова. Такие же значки выделялись и на лацканах Тьерри Фримо и Пьера Лескюра, руководителей фестиваля. Сам Серебренников приветствовал участников Каннского кинослета по видеосвязи. Он не может выезжать за рубеж из-за условного срока, к которому был приговорен по делу о хищении, решение, которое многие в России и за рубежом считают политически мотивированным. «Петровы в гриппе» – история эпидемии в рамках отдельно взятой семьи. В контексте пандемии она получила особое звучание. Болезнь погружает людей в фантасмагорическую реальность, где тесно переплетаются трагическое, комическое и абсурдное. Работы Серебренникова не первый раз участвуют в Каннском фестивале. Там уже показывали его картины «Ученик» и «Лето». Стало известно, что права на прокат «Петровых в гриппе» приобрели полтора десятка стран. Этот фильм вошел в тройку привезенных в этом году в Канны российских картин. На фестивале также посмотрели «Дело» Алексея Германа-младшего и дебютную картину ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки».